Тяньши – это китайская компания прямых продаж международного масштаба. Компания реализует добавки, моющие средства и специальное оборудование. Лю Сяося сотрудничает с компанией последние 10 лет. В структурах корпорации она получила статус «Золотого льва» с 3 звездами. Чтобы быть успешным в бизнесе Тяньши, вам нужно объединить две вещи. Во-первых, следует уделить особое внимание розничным продажам. Это потому, что только розничные продажи могут обеспечить стабильный доход в этом бизнесе. Во-вторых, вы должны найти сотрудников, так как это приводит к увеличению доходов. Для того, чтобы стать консультантом Тяньши, вы должны быть приглашены в качестве сотрудника лицом, уже действующим в бизнесе Тяньши. Затем вы должны приобрести стартовый пакет и заполнить форму заявки консультанта. 3 урока прямого маркетинга с Тяньши – это урок по математике, литературе и ремеслу. Урок математики разъясняет систему наград и вознаграждений, которая применяется в рамках всей компании. Урок литературы – это овладение знаниями о здоровье, потому что только имея эти знания, мы можем попытаться убедить людей жить по принципу «лучше предупредить, чем лечить» и использовать добавки Тяньши. Следующий урок – это ремесло. Это означает, что мы должны научиться представлять продукцию, ее ингредиенты, механизм ее влияния на организм. Самая важная часть в прямом маркетинге – это связь с другими людьми, которые могут стать вашими клиентами или сотрудниками. Другой навык, который должен быть освоен – это организация собраний, на которых излагается идея здорового образа жизни с Тяньши, люди представляют продукцию и говорят о бизнесе и его принципах. Интернет играет большую роль, через него можно привлечь клиентов и сотрудников, представлять и продавать добавки. В этом бизнесе очень важно иметь четкий набор целей, которых мы хотим достичь, а также обязательства. Очень важно понимать, что только вкладывая нашу энергию, время, знания и деньги, мы получим все навыки, связанные с прямым маркетингом. Мы должны отдать что-то свое, чтобы получить что-то взамен. Каждый решает сам, когда и как он хочет развивать свой бизнес. Уровень дохода зависит только от этого. Бизнес Тяньши таков, что вы становитесь своим собственным боссом. Стоит помнить, что отношения к делу работника и начальника совершенно различны. Сотрудник работает в течение заданного отрезка времени и получает за это зарплату. Он не заинтересован в развитии и росте компании. Что ему важно, это получать зарплату. В бизнесе Тяньши этого недостаточно, потому что это бизнес боссов, бизнес лидеров. Единственный путь эффективно управлять своей командой – это приобрести навыки лидера, показывать пример, заботиться и помогать каждому члену своей команды развивать их бизнес, мотивировать команду достигать собственных и общих целей. Как видите, успех Тяньши – это взаимодействие нескольких факторов, это все зависит от нас. Нам необходимо определить цели, которых мы хотим достичь, приобрести навыки, связанные с прямым маркетингом, но прежде всего быть последовательными и настойчивыми в предпринимательской деятельности.